Ярослава Олеговна, учитель биологии. Это наш местный. Сейчас я выберу. Мы вчера кайфово починили, можем повторить. Ты что, офигел, что ли? Какое мне предлагать, мальчик? Два. А за что? За поведение. Вы за урок не хотите извиниться? Вы меня грохнуть решили? Надо было в глаза посмотреть. Ярослава Олеговна, у нас что, опять муж достает? Я говорю, давайте мы его уже отпинаем, да и все. Чай, кофе, поухаживай за вами. Ничего, один такой гнилой подкат. Какой подкат во всем? Я думаю, вы нормальный, а вы... Неприятная тетка. Больше меня. Ну не пофиг, вы мне всем расскажите, что я к вам приставал. Ну, опасно. Это же пушка, бомба. Это же космос вообще. И моя привет, Ярослава Олеговна. Подслушались? Ну, в смысле, подслушали. А, то есть у нас с вами дружба такая, да? Ну, конечно. Ты что, оголяешься? Вы что, боитесь? Я же правильно понимаю, что конец переносится? Пока переносится. А вот почему вы так сами сидели, это не поверил? О, какой фигур, о-о-о. Ты старый? Угу. Но он меня дофига младше. Может быть, ваши души ровесники? Зачем-то вы протянулись друг к другу? Короче, это серьезно. Я ее люблю. Она старше и парится. Ну, мы партнеры. По бизнесу. Ребят, вы что, переспали? Нет. Да. Вау! Ты кто такой, чтобы мне указать? Ты с отцом как разговариваешь? Ты что, мне отец? Ты тряпка, ты взял и овощ. Я свою женщину не отдам, не ты. Я буду за нее бороться. Поймал тебя. Это нет меня. Я тебя не хочу, я точно тебя не люблю. Ну что на дереве-то забрали? Я... Где котка? Убежала! Ты правда поцеловала? Я люблю ее, она любит меня. Она просто боится в этом признаться. В первую очередь тебя. Я дебил. Слушай, я все придумал. Мы уедем. Куда? Да куда угодно. У нас все равно ничего бы не получилось. Все это слишком сложно. Так будет правильно. Не, нифига.